Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Бонус к вере для этого района со священным местом дает также науку. Прикольно. А, нет, смотрите, он мне так просто выпал. Отлично. Кстати, если обработаешь камень, брат, инк будет супер. А если все-таки решишь... Блин, древние стены. А, Леша, если я сейчас же тут этот поставлю, он же захватит у тебя клетки, да? Нет, он у меня не захватывает. А, тебя... Все. Подожди, ты хочешь тут рудник ставить? Ну да. А, там холмы, да. Я просто вот выкуплю вот эту клетку. Да, давай. У галов, слава богу, чужие клетки не захватывает. Вообще была бы имба. Подожди, а у кого захватывает? У Польши точно захватывает. У Кхмера, по-моему, не захватывает чужие. Захватывает, Дима точно на себе знает это. Кхмер захватывает, да, чужие? Да, священно. Кажется, все, что районами, то захватывает. Так, а где финикийские беремы? Так, ну, наверное, пора уже святилище строить. Так, давайте решим... Ну, вот тут правительственную надо. Тут у нас город встанет, да? Куда он тут встанет? Вот сюда. Правительственная здесь должна быть. Тогда я, наверное, ЦК сюда поставлю. Центр коммерции. А вот эти уникальные районы у Гала, это же одновременно и промка, и военный лагерь? Да. Ну, он как бы не совсем военный лагерь, он просто стрелять может. Ну да, ты не получаешь великих полководцев, потому что это перебор. Такого нигде нет. Ты на веру все-таки здесь тогда. Ну и стрелять он может только если стены построены, опять же. Фига себе, Кагуана как далеко заплыла. Так, святилище. Ну, это я еще и культуру получаю. Поэтому, пожалуй, храм. Хотя, может, купить 240. Давайте я куплю. Ко мне никто караваны не посылает.
Немец, я еще раз предложение. Я тебе потом 70 отдам, с учетом тех 20. Кредиторы. Тут гавань готова, маяк. Надо покупать маяк, я думаю. А вот караван я здесь уже не буду покупать, потому что мне надо таки накопить на поселенца до конца эпохи. Хотя я следующим ходом уже смогу купить. Хотя, наверное, все-таки просто 5 ходов торговец. Не понял. А, ускорилось. Блин, надо подумать тут. Ну тут кампус вот на плюс 3. Хотя вот здесь кампус. Может, кампус лучше строить. Здесь приятный кампус, а тут еще классный. Потому что тут еще влазит кампус. А, нет, плюс один. Почему плюс один? Тут три всего. Тут на плюс два будет, да? Это неверно, не, на плюс Дидона. 3. Ты не хочешь торговать с Галом? Фу, Дидона. Индонеска. В смысле, в каком плане торговать? Ну, у тебя отлично караваны ходят. Ну, типа, союз, все дела. Ну, у меня больше караваны к Финикии ходят. Ну, ожидаемо. Ну, попытка была. Я тебе не запрещаю со мной торговать, ты можешь со мной торговать. Ну, понятное дело. Паводки — это ужасно. Расскажи нам свою историю. Блин, у тебя голос очень забавный. У кого? Так, Атинь, я еще вот сюда хочу поставить город. Сейчас чуть позже я поговорю по телефону. Ну, просто стоим. Наблюдаем. Интересно мне там в Канаде плыть, я думаю. А, в Матараме монумент. Так. Да, что-то я ошибся с этой клеткой. Можно было не выкупать, мне кажется. Так, ну я могу джонку купить, но дело в том, что я не выхожу в золотой век, получается. А, еще компонг смогу построить, подождите. Джонка 4, компонг 4. Это 8 очков. И мне еще 2 очка как-то надо... Ну, железо и лошади. Вот вам и 2 очка. Отлично. А как работают варварские кланы? Если я стою, допустим, на нем юнитом, он будет спамить мне юнитов еще? Либо пока я стою на нем, он не будет это делать? Будет. А будет, если будет. Если еще разграбишь, ограбишь деньги, то он... Нет, ограбить-то я бы уже ограбил. Я бы его еще раз ограбил, но, к сожалению, он говорит, что так обузить нельзя. Может, только надо подождать. Ну, там слишком долго ждать. О, блин, а как мы с тобой встретились, My Life? Через грешку, наверное. Ну ты не на нашем континенте.
тут, блин, три этих. Три пшеницы, водяная мельница будет хорошо работать. Хорошо. Что? Говорю, француз насчет следующий путь. А, вы уже воюете? Угу. Да не воюю, я его просто граблю конями. Ну, ты конечно, ты, может, играешь. Осуждаю. Я с тобой воюю до конца игры. Да, ради бога. А что вы ожидали от MyLife? Я согласен. Так, блин, тут надо было производство поставить на какао, блин. Чтобы моя вера была. Так. По-моему, да. Я где-то компонг уже мог ставить, я не нашел в Мотораме, походу. Давайте купим здесь строителя. Атиньо! Выпути моего скаута. Так, мне надо, значит, компонг сейчас строить. Джонку сейчас посмотрим, сколько стоит купить. Джонка вот 300. Повезло, посмотрите в эти климат на Земле, история событий. Как же повезло. Так, мне юнит из города можно уводить до счета? В смысле, чтобы да, не стакались? Антстакай. То есть я вот увожу сейчас, а потом... Да считаю, блин, где же компонг я мог строить? Блин, не тот вывел, да все. Ладно. Посчитай нам, пожалуйста. Раз. А, вот тут. Два. Три. Мне вообще больше что-то Лёша нравится, когда раз, два, три. Блин, не тот юнит вывел, чё охренеть да называется? Шо... А, он рядом с рыбацкой лодкой строится. Называется ошибка. Тогда сюда давайте. Называется ошибка, да. Так, сколько я ошибка, джонку нет. Строить могу? За сколько я построю? За 15 ходов. Нет, её покупать надо. А за деньги за сколько? Чё за фигня? Я выбираю юнит, тот, который новый, чё за бред? 600. Ну, у тебя, возможно, ты... какой-то автовыбор стоит, либо еще что-то. Надо его, но нет, ну, почему-то убирает. Блин, а где мне... Так, блин, мне не хватит денег на джонку, ёперный бабай. А, великолепное священное место построено. Так, хорошо, тогда, наверное, компонга мне хватит. 42, так, 2 очка все еще. Значит, мне нужен всадник. Так, тут 4 хода, 2. Строим всадника. Кто там валиту за союзу? И апаем мечника. Вот и все. И строим компонг. Все в золотом веке. Отлично, джонки на следующие останутся. Давайте договоримся, мне валета на пару ходов нужна. Так что, не можешь посмотреть, кто засоюзил валет тут? У меня написано «Неизвестный игрок». Там ник, наверное, должен быть. Неизвестный игрок. Алексей, в принципе, я не против этого города, если мы продолжаем с тобой дружить. Учитывая, где наемники, то есть, как бы, либо мы дружим, либо я строю военных сходу. Так я уже в наемниках. Да я в курсе, что ты в наемниках. Мне сейчас, вот скоро я буду в каравеллах. Проверим, кто сильнее, Джонка или Каравеллы? Я просто к тому, что мне нужно переживать. А, то есть ты решил мы с тобой будем делать. Это... Не, просто что за это, за условия такие? Я понимаю, там ты сказал, нет, мне там неудобно, я тут где-то сам хочу город ставить и прочее, а то... Я там планировал город поставить, но в принципе... Ну не знаю, как... А вот хорошо, ты поставишь, ну вот что, разве не будет по лояльности отваливаться вокруг все мое? Еще один город идет. Парень, не проси потом насчет. Ну, я не собираюсь на джонках на тебя нападать. Просто. Слушай, мы же каждый ход да счет и не счет делаем, разве нет? Нет, чего, если ты говоришь все на счет, то ты... Ну, я просто не думаю, что нам тут имеет смысл упарываться с финикией. Только ты мне границы-то дай, наконец, а то у меня там скаут уже 3 хода кукует. Ну, ты следующие 4 хода можешь вообще... Я после дружбы даю границы обычно. Ну, дружбу тогда кинь, господи. Я возвращаю. Я к тому, что тебе же важно. Я ж не вижу твоего парня. Мы чего-то не знаем. Тоже хотел переспросить за парня. Я просто не показываю своего парня, видишь, он его и не видит. Я увидел консоль, пожалуйста. Ты снова запросил. Я создам. Так, ну, наверное, на поселенцев уже надо убрать.
все предложение. То есть во всех городах первый посол. Спасибо. Ты как будешь драться до крови, прям до победы? Содержание юнитов. Не нравится, да? Что... Давайте скидка в золоте. Ну, я все равно сейчас буду. Все, там уже рыцарь. Как минимум. Ты кристаллы взял? Этого апать. Люди украли у меня чудо света. Мечника. Я, короче, ГГшку только открыл, и ее сразу же сходит, ну, сносят на переходовке. Ну, не на переходовке, а, короче, по завершению хода. Ну что, ставлю компанг. Так, и хорошо, что послов не закинул, я уже красота. Хотел. Красота. Прям, походу, опять монументальность брать. Брат, не троллинга ради, а информация для... Сколько у тебя священок осталось? Нормально, инк сидит, 70 науки. Парень летит. Секрет. Ну так на в горах это, весь. Сидит науки за... я великого человека, великого ученого взял. Он дает мне столько же науки, сколько священное место. Ну, я понимаю, что... Место, 10 производства, 10 науки, 10 веры. Не хватает еды. Я понимаю, что... Венгер начитал вот на этого флотоводца только что. Факт, что 70 науки. Хороший флотоводец. Так, а, все, я вышел. Лошади... Как ни крути, это до хрена. Да, я просто увидел, что там финики. А, может, по хит 10 стал. Можно даже не апать, видите, в... Тем более, когда... Мог даже и лошадь не строить, на самом деле. Угу, записали. Галы записали к себе в блокнотик. Человека в список своих друзей? Да-да. Так, ну последний ход, надо, наверное... купить рабочего. Да и торговца тоже. Отсюда тут отправлю сюда караван. Какой же кайф просто. Ты грабишь человека и кайфуешь? Ой, типа, на такой стадии игры я граблю бурники по 100-101. Это ж, по-моему, вообще балдёж. Страшный ты человек. Блин, тут, кстати, который прям реально много времени мы выиграли, да? Так, значит, давайте я амбар тут куплю. Самое обидное, что все варварские кланы купили, короче, даже негде это... какого-нибудь интересного чела подкупить. У меня в трех варварских кланах были эти... братья. По 47 голды. А вообще я мог поселенца купить вместо... Черт, придется строить. Того, что тут уже... Или монументальность опять собрать, взять в следующем. Не особо это котируется. Митя, я поднял территорию, куда хочу. Где хочу. Да, слушайте, наверное, так и надо. Еще монументальность брать. На этом пространстве. У нас венгер в центре Пангеи получается. Укреплять свои территории. Так, ну что, перерывчик? Плюсую. На сколько? На минут 10. Давайте 10 минут. Получается 23.46. 47, ладно. Нанять флотоводца Акад. Ученичество. Шенгети обратить. Кстати, Шенгети надо бы реально обратить, но... А если что, у Финки есть куда тратить веру. 9 идет ставиться. Что, у кого, что? 9 городов, говорю, у молодого Атиния. И не на Финке. Так, ну тут надо амбар сразу. Будьте аккуратны, братья, будьте аккуратны. Берегите себя и своих. Значит, вообще просто расти некуда. Так, вот эту клетку я бы выкупил. Вольнодумство. Не знаю, хочу монументальность. Не знаю почему. Конечно, золото тут у нас науку тоже неплохо будет давать.
Мне кажется, у меня неплохие кампуса становятся. Вот тут, видите, еще не поставлен кампус. Так, а мы, кстати, можем уже это объявить, допустим, ну, до союзов, но объявить уже, с кем собрались союзиться, если... Ты можешь обсуждать, что ты... Нет, ну если, типа... Тут, собственно говоря, вариантов не особо много. Дима, ты согласен? Да. Давай сочтем свой брак официально. Лёша, на правах капитана этого судна помолви нас. Объявляю вас партнерами. Какими партнерами? Ты все попытался. Да, шупа есть. Есть Гурдвары в Маджапахите, могу... Брать вольнодумство под одну ЦКшку 0. Это интересная идея. Так, тогда давайте я куплю строителя. Блин, или покопить на джонку. Или покопить на поселение. Давайте покопим. Давайте я построю строителя. Мне надо вот тут вырубить рис, чтобы поставить сюда правительственную площадь. Подождите, а я открыл ее вообще? Его инка, по-моему, построил. Ага. Я бы снес инка, блин, поимел бы Мачу-Пикчу. Если я захватываю человека, подождите, то его чудо становится и моим чудом. Да. А где... Слушайте, а правительственная площадь кто-нибудь находил? Правительственную площадь? Да. В смысле? Правительственную площадь? Ну, где? В цивиках я не нашел вообще. Правительственная площадь? Да. В трудовой повинности, это вторая тех. А, блин, я смотрю и думаю, что это театралка, господи. Ладно, отошел, пока есть перерыв. Ну, вот сюда будем бахать. Дим, ну у меня там, кстати, через два хода шпион будет, так что, я думаю, мы его быстро съедим. Гал предложение. Венгер предложение. Майлайф, ничего, что ты мне уже там хлопок на что-то продаешь? Нет, ты просто не принял тогда. Серьезно? Угу. Пересмотри, потому что, по-моему... Сейчас, подожди, раз, два, три. Нет, у меня пишет ноль, видишь? Если им пишет ноль, значит, что я у тебя покупаю его. Ну, может, поганулось, потому что это, я отправлял несколько трейдов. Цивилизация. Давайте размышлять, с кем мне союз заключать. Подожди, а за что? Смотрите, у меня по-хорошему только два соседа. Это немец ты тут? Гал и финикиец, правильно? Воевать с Галом? Узнали бы вы, как далеко индустриализация. Ну что, Инк, мы это с тобой будем союзиться или мне принимать с этим? Это кто спрашивает? Это Венгер. Воевать с Галом, как бы, морской, мне это как бы тяжеловато. Так, вообще, где я еще... У нас треугольничек такой заманчив получается. Где еще могу... Шенгети мне жалко захватывать, прямо скажу. Тундре тут стоять неохота. То есть я поставлю только... У меня один город только осталось поставить вот здесь. Возможно, еще здесь? Кстати, а почему нет? Наверное, еще здесь надо поставить. Я еще два города могу поставить. Клетку, он там город бахнул. Ну да, я защитился. Логудун? Я навряд ли. Да. И смотри, тоже одна клетка. Там слева горы, река, и через реку я навряд ли там что-то. А у немца вот это 14-9, это у него... Какие это проблемы вообще? Странное, да. Это у него 4 города. Ну я вижу его всю территорию. Я поэтому и удивлен. Первый раз намекает, не душите молодого.
Ну, наверное, его инк подселил, наверное, вот эти загоры, это... Не-не-не-не-не, я его не подселял. То есть ты считаешь, у Анаку и Антавали это твои места, да? А, так это он еще и меня подселил, получается, если это не его места. Война? Мы с немцем изначально договаривались о территории. Тут вот, если ты не видел, от Антавали до моей столицы 3 клетки. А, ну, это ж через горы. О, а ну-ка. Ну, в общем, если он сейчас не придет к следующему ходу, то можно кикнуть его просто. Че, баним калу? Мы не обсуждаем ничего, блин! Да-да, привычки. Хотел сказать уже. Так, я хочу удвоить, наверное, флот... Или не начислять ученых, давайте. Традиционные... Блин, или... Не, давайте удвоить флотоводцев, мне больше это нравится. А это что ждать теперь, что у немца будет проход еще 3 минуты? Можно таймер уменьшить и все. Ну я, блин... Оно сложности с тем, когда ты между таймерами переключаешься, там непонятно, сколько времени остается. Ну, культурно я бы, наверное, за себя тут проголосовал просто. Или не расширяться галу. Ну, под влиянием культа. Он и так делает нормально. То есть ему рудники достаточно, ему не нужны культурные, честно говоря. Давайте тут за себя проголосую так, постольку-поскольку. Пробуем 3 голоса влить. И тут тоже. Вот идет манс, я прям представляю, как там все такие так-так-так-так. Ну, а что это тут так против гала влили? Я не знаю, они токсики. Они просто статов не видят. Кто-то сказал про галы и все. Но я немца лично не видел просто. Причем это сказал MyLife, который вообще типа тут даже не... MyLife, а ты видел мои статы, что ты так говоришь? Нет, я видел, что ты гал. Этого достаточно. Я понял. Ну и тут, как всегда, не начисляют. Но у меня статы хуже, чем... Подожди, где? На что? Инженера? Не начисляют инженера? Не начисляют инженера, интересно. А чё так? Ну, гала забанить. Он же монополист, алё. Да-да. Что-то все против гала внезапно. А классика. А потом, ой, Атини всех убивает, Атини лидер. Так, а сейчас тут какие претензии? Ну, ты же сказал, что у тебя 60 культуры, сам об этом сказал. Ну, а Атини идет 75-40, так. Типа, вторую эпоху подряд, это нормально? Ну, так у него же не здесь больше, чем у тебя культуры. Плюс у тебя и так ты расширяешь за счет этих... Так, ой, это брат, пускай идет Джамби. Не а, нет, потому что тут Магнус сидит. Говорить. Ладно, надо передать все-таки клетку. Я голосовал, не в тебя, не переживай. Раз уже Магнус, то вырубать под Магнусом надо. Мне кажется, главный машинер тут был ты. Без этого, конечно. Ладно, я спать пойду. Удачной вам игры. Спасибо. Давай. Спокойной ночи. Хейтеры заблочили все. Мы будем что-то с немцем делать? Могу его кикнуть? Давайте проголосуем. Да пусть АФК побудет пока. Ну, типа, он все равно ничего не делал. Ну, он держит ход, нас задерживает. А, то есть тебе времени... Нет, не знаю, я не успел походить, так что... Я тоже. Не знаю, кому там задерживают. Так, наверное, храм все-таки строим. Или кампус, блин. Ладно, кампус. Блин, а вот здесь эти плюс 3 можно, а может тогда тут плюс 4 с этого города? Наверное, так и сделаю. Так, во-первых, покупаем поселенца. Во-вторых, давайте тут тогда рабочего. У нас же стоит карточка еще на рабочих, да? Да, стоит. Скидка на улучшение юнитов, кстати. Можно, в наверное, так, в воина... Кстати, куда-нибудь района будет другом. Там все такие караваны ходят не очень. Вот сейчас буду вырубать, наверное. Ой. Бози-бози. Действительно.
Так. Там у немца две бури, что ли, на Магдебурге? Что говоришь? Да. Кайф. Ну, точно. О, немец, ты вернулся, что ли? Да, только что. А ничего, что мы тебя сколько тут ждали? Извиняюсь. Очень сильно. У тебя там небесная кара за опоздание. Вижу. Недавно у Лёши видел название, вроде «Везде друзья». Вот такое сейчас ощущение у меня в душе. На каком-то из видео. У меня сейчас как у Лёши, везде друзья, получается. Дай союз немцу. Блин, да, я что-то вообще не соображу, что мне в бану... Не... Центр коммерции, естественно, но тут все затапливает. Тут надо сейчас продумать, где у нас будет... Я это хорошо. Немцы дружат. Так, ну я могу вот здесь, например, дамбу, да, сюда промышленную зону тогда получается. Значит, здесь можно центр коммерции просто, ладно. Хай затапливает. Некоторое время. О, плюс 3 к боевой мощи всех морских юнитов. Здорово. Просвещение ускорили. Ну, наверное, да, драму и поэзию можно открывать. Нет, чтобы ученых, кстати, забанить. Давайте, наверное, Лян посадим в полимпанк. Я его даже использую сразу. Пускай будет. Плюс 3 к боевой силе всех юнитов. Так, здесь класс, рынок. Теперь на Кёльне у меня тут. Здесь зал для приемов. Счастье-то какое. Сегодня не твой день, видимо, да? Да, вообще. Мои тактики все повалились. Так, я бы, наверное, тогда в Матараме покупал посела сюда. Я понимаю, что я тут не теряю, но слишком долго идти будет. Следующим ходом в Матараме. Так, какие у нас еще раз религии, у кого что? Неизвестный индуизм, инки, кана, то есть, и галы еще конфуцианство приняли. Так, а что это за крестовый поход у галов? Ну, они брать. Вот. Страшные так, галы. Так тебя не зря, получается, это, харасят. Ну, то есть, не зря. У меня снизу человек объединяется с человеком сверху. Я тебе предлагал союз, ты говоришь, что нет. Подожди, а почему тут плюс 4? Да. Нет, Инксан, с тобой союза мне не интересно. Не, ну я понимаю, что я могу здесь... Постоянно лучше сюда поставлю. Так, тут покупаем посела. Да и тем более у меня союз в этом внизу Атине. Не хотелось бы как-нибудь увидеть Атине под крестовым. Так а у него нету религии. Ну он бы мог как-то это сделать. Это же Атине. Так ты берешь все мог бы сделать. Ты последнего пророка взял. Такой, да. Открываем, знаешь, тут было 6 религий, тут внезапно 7 религий, Атине 7. Ну, честно сказать, я не смотрел, но если так, то да. Да не, ну мне крестовый лучше сойдет. Я так подумал. Соседи не будут халявить зато.
Мавзолей в Геликарнасе только в Тернате я могу построить. Так, Ападана. Что там Ападана? Не очень мне Ападана нравится. Давайте, наверное, библиотеку. Так, Рейну для соседства. 3. Тут вот 5, конечно, но тут Лян должна сидеть. В Матарам. Ну и плюс еще клетки он... Каравелла где находится? Кто? Каравелла. Ну... Далековато. Хотя... Ну, какая, какую ветку идти вообще? Видит это или нет? Никогда у них не сколько. Ну хотя бы в селитру. В смысле хотя бы в селитру? Что, немцы? Блин, брат, тебе и так уже подсказали. На селитре все по прямой идет. У вас еще псит? Оракул. Привет, my life. Так, драма и поэзия. Наверное, скидка улучшения юнитов... Можно пока убирать. Как дела, как жизнь молодая? Да нормально, вот готовлюсь к войне с Галом. Походу на меня пойдет. Опять. Опять мои соседи против меня. Брат, ну, что ты такое говоришь? Ну, посмотри на мою промку. Он говорит, что ты против него пойдешь. А, как бы в перспективе, когда-нибудь. Тогда да, ладно, можно. Строители, священное место. Содержание юнитов. Ну, вот это можно для гаваней, например, поставить. Блин. Не, давайте караван поставлю пока. Да не, меня сейчас стопнули очень сильно. Типа, куда я пойду? По факту. Ну да, потом такое звездец начинается после этих слов. Куда я пойду? Брат, мне границы заблочили, мне надо клетки выкупать. У меня ЦКшек нету, чтобы это делать. О, слушайте, давайте вот на этого ученого и почитаем. Мы буст заблочили на целую эпоху. Так, кого нам взять? Ну, то есть, если ты считаешь, что это не стоит. Пингала или а Мокша? Клетки? Давайте Мокшу в джамбе. Вообще без пингалы пока. Сидим. Так, и здесь я куплю строителя. А тени у тебя, по-моему, там первый поселок остался. Именно француз с вьетнамцами. Первый поселок? Нахрен вы мне шли границ заводки. Вы забирать меня собираетесь. Я не слышу, что ты говоришь, когда ты говоришь одновременно с Феонором. Это не Инг был. Не-не, сейчас, секунду, скажи. Говорю, в карточках зеленых, по-моему, первый поселок остался на студии. А, это не критично. Слышите, хватит там зрителей о тенью подсказывать. Пускай он хоть сам хоть раз выиграет. Хоть раз, да пожалуйста. И мне кажется, это не тот человек, которому нужны подсказки. Ну, очевидно, видишь, человек считает, что нужно подсказать. Да не, я просто спросил. Так, ну надо, наверное, шахты этим буду делать. А ты этим... Ты как раз выиграешь? Ты же не знаю, сложно. Не буди зверя, ради Христа. Достаточно жилья, ладно. Пока так поставлю. Дим, тебе сколько до госслужб? 5 годов. О, а тут просто луга, да? Вот тут давайте лесопилку тогда. Так, тогда я образование отложу. Я там вроде на ученого читаю. Феодализм давайте пока открывать. Ну, с сестремя, тут феодализм, видите? Подожди, так я уже несколько... Я раз, два, три... Ой, вьетнамец. Четыре... Я говорю, уже открыты союзы. Надо 5-6 поставить ферму. Сейчас у меня 5 ходов.
Чего у тебя тут строитель бегает? Хотя заповедник. Тут у нас заповедник может стать очень неплохой. Вопрос только куда? Я не знаю, кто там на берегах, но мне кажется, Атиня только что вышел в каравеллу. Будьте аккуратны, братья. Я очень аккуратен. Не, мне не кажется. А ты не слышал, да, что мы обсуждали, кто в чем? Не, я слышал. Дим, только ради бога, не давай Атине проходить. Да это упорка. Если мы будем друг друга. Да. Я бы даже посмотрел на это. Я просто не вижу, как там Канада расселилась, может, она тоже на берегах? Я просто вот Канада на берегах, но у него два города на берегу. Такое. Вау, целых два города. Ну вот Атиня скажет, два города — это целых два города. Дим, выкупи, пожалуйста, вот эти клетки, чтобы он нас не разведал. Какие клетки? Метки поставил. У меня априори галы без гаваней. Блин, господи. Гавани? Гавани? Я просто очень... Нет, просто рядом с центром города ты не можешь поставить. Так-то ты их можешь поставить. А, да? Конечно. Все, спасибо. Ну, нет у меня смысла союзить Наску. Блин, гуляют со всех сторон. Казалось бы, чего вдруг, да? Блин, вообще Сингапур было прикольно. Ты тогда игры победил, могу напомнить. Засоюзить. В принципе, я тогда не победил ни в одной игре. Так, 18. Да, самые дорогие 18. Из Тернати в Тир и из Матарама в Тир. Блин, ну не хочу я на плюс 2 и плюс 4 ставить. Ай, фак, ладно, давайте строителя, наверное. Дим, у него где-то город с военником, может найти? А ты всю мою территорию разведал? А тебе в какой посадить? Давай скручу, что у меня идут. Можно как-то посмотреть, что они идут? Да. Видимо, Донхой. Донгохой, который. Ура, через 6 ходов у меня начнется счастье. Есть. Рад за тебя, брат. Так, слушайте, давайте в Джамбе как-то придумаем, где мы заповедник хотим поставить, или в Джакарте. Ладно, Атинья, Лёша, если вы вдруг захочете союза, я готов. Это кто сказал? Гал говорит. Прозвучало как угроза. Ну, я так твой крестовый не боюсь, у меня религии до хрена. Ну, я просто, это как дополнительная мотивация, знаешь, которая может не обеспечить союзника какого-нибудь хорошего. Блин, надо, видимо, вот сюда ставить, мне кажется. Но, если я убираю отсюда лес... Смотрите, а заповедник вообще лес убирает? Я Рейну в Турзу посажу. А
А, ну вот, кстати, еще заповедник, видите, написано, производит захват нейтральных клеток. То есть он тоже не захватывает что-либо. Кстати, а он лес убирает? Никто не в курсе. Заповедник? Да. Вроде нет, вроде остается. Да вроде бы это полноценный район, вроде убирает. Полноценный район. Все убирают. Так, сейчас джонку куплю. Чтобы сделать из нее армаду и плыть. Ходят слухи, что Франция захватила первоначальную индийскую столицу Дели. Ой-ой-ой. That's my life, агрессор. Да, тут my life, который говорит, что он самый мирный. Зато. Какой мошнёр. А, блин, не успел я феодализм ускорить, ладно. Может, стремя хотя бы пока отложить. Феодализм так открою. Генгер, какой союз? Какой надо? Давай экономически. Погнали. Ты же не будешь, если я твои города буду обращать? А вы знали, что даже с запретом на расширение у меня все равно, когда я ставлю эту, у меня... Да, знали. Да, потому что ты за культуру. А тени, у меня ни одного города на воде. Осуждаю захват Дели. Так, 65, да, мне хватит на покупку джонки. Мы ее, а она нас. Ты вулкан задолбал уже, ход за ходом. 2-2 по кампусам. Ну, наверное, стоит сюда кампус ставить. В Джакарте сюда кампус. Тут куда-то правительство промышленное куда-то вот сюда вставится, а здесь... Вопрос, если я дамба. Союз, его убьют, я могу еще с кем-то был? Да, конечно, вот, если убивают у тебя того, с кем у тебя союз, можешь еще с кем-нибудь. Но будет ли у них свободные союзы? У нас уже нечетное количество игроков. Почему? Не упала. Пока четное. Ты сказал, столица упала. Ну, у него столица, потому что стояла неприкрытая, я в столицу и въехал сразу. Ну, а ты думаешь, ты его оставишь просто так? У него много стен, и тут долго времени. Ой, my life, не мошни, пожалуйста. Я как будто с тобой первый раз играю. Не исключено, брат. Так, покупаю джонку. Делаем из нее... Ара, то есть за джонку плюс 4. И первый в мире флот. Хотел починить священку и внезапно узнал, что у меня, оказывается, нет астрологии. В смысле, у меня нету 3 рудников? Вы прикалываетесь? А, там просто было не написано. Так, тут бы я, наверное, сразу прям начал. Я посчитал города, и оказалось, что я сижу в 7 городов играю. С акведука. А он не открыт? Вау. Давайте откроем сначала акведук. Нету смысла. Понятно, венгер. Древние стены это ждать. Второй радиус, что такого? Тебе надо был мой третий радиус? Брат, я ж тебе ничего не сказал, я сказал просто понятно. Ну что понятно? Каким-то нам было сказано. Оно было очень это... агрессивно настроенное, понятно. Я объяснился. Так, ну что, давайте лян, наверное, на аквакультуру. Подожди, а дофига нам Стоп, зачем мне аквакультура, если я... Ты ж это вот самую, одну спорную клетку на третьем радиусе... Если собрал, я здесь компонги строю, правильно? Наоборот,
Я тебе этот город уступил. Ты еще про понятно-понятно на второй радиус говоришь. Короче, пингалу в бадунг. Брат, ну что, у тебя краса вижу. Уже есть? Ну, значит, это что-то хорошо. Кампуса на плюс 4. Что-то я смотрю на деньги, требухи аж сразу становится. Что-что? Ты говорю, на твои заработки смотрю страшно. Да это у нас свиньяки, кстати. Атиню что-то... А, уже отправил. Думаю, сейчас у Атиня примерно так же будет. Что отправил? Ну, караваны. А, джунки по океану не плавают, пока не открою каравеллы? Конечно. Говнина какая. Сердечный мой друг. Подожди, фрегаты тоже не плавают по океану? Пока каравеллы не откроешь, нет, никто не плавает. Ребят, по привычке на холме добыл этого... камень. Нормально вообще, где каравеллы? Так. Ты хорош. Ну, знаешь, привычка на холме, типа, ну, то есть лес срубать и камень добывать. Ну да. Вот. Сыграла злую шутку со мной. Так, давайте здесь рабочего. За веру. Моя ладька здесь? Кинул, да, Мэс? Ну что, он может выкупить ученого? Типа мы его так и так убьем, а потом что ждать? Давай лучше что-нибудь сразу полезное. Во-первых, мне интересно, Вьетнам, зачем ты полагаешь захватывать единственный город, к которому у тебя вообще доступ был выкупить? Потому что у него так много места, а у меня там тундра дальше. Ну типа, нахрена полагать-то? Ну, пусть сам первый. Так, а где у нас дамбы? Я их вообще открыл. Типа, все равно. Похоже. Так, подождите, почему ученичество не идет сначала? Кодрема, которая приехала, мне кажется, это просто чемпион этой игры. Да, Кодрема это... Просто осаду дала. Мне даже нравится. Я засадился просто так, бля. Ой, это божественно. Не, ладно, давайте еще проект. Кстати, да, Женева мне еще сильно там, с севера насрало, я скажу. Атиня, зачем ты мобилизовал юниты Сингапура? А, и еще вопрос. Подождите, сейчас, перебьете на секундочку. А внутри союзников города передавать можно? Нет, города нельзя передавать просто вообще никак, никогда, никому. Но только в условиях мирного договора, кажется. Ну да, когда вы воевали, там воевали, типа, кто-то захватил, вы договорились, что ты отдаешь эти города, да. Ну, а если я там побеждаю и там хочу у него еще один город, который я не забрал? Нет. Понял. Так, на чем я еще? А, да, вот как раз я шел специально обрабатывать эти драгоценности, чтобы здесь... Ну, вообще у меня прикольно, у меня довольно много производств, то есть у меня довольно разнообразное количество ресов, и получается... По-моему, это лучшее вложение за сегодня. Я бы здесь сделал. Брат, ну зачем ты мои леса занимаешь? Где? Я хочу быстро двигаться. Прости, брат, я что-то этот момент вообще не учел. У него и там так лесов нету, а ты и так все занимаешь. Чемпион по бегу. Так, ты куда посадил Рейну? Что-то я все равно маловато. Ну там хватит, ты попросил, я сделаю. Ну я сюда хочу поставить промышленную зону, из расчета, что здесь у нас будет дамба. Здесь, наверное, кампус, скорее всего. В Джамбе промышленной зоны персюда может встать. Венгр строит, ребят. Если кто-то строит еще. Кто-то строит. Ну, просто вдруг кто-то строит. Неловко могло получиться, да? Наверное, сюда. Я сюда хотел, то есть тут у нас будет дамба.
сколько ему интересно тысячу городов свалить, чтобы у него начали по лояльности отваливаться? Ждем. Так, реформацию. Я думаю, надо. И теократию принять. Следующим ходом у нас будет ученые. Так, давайте, наверное, прямые паруса пока. Где еще хочу акведук, например, ну, построить? Ну, немец погнали в союз, да. Ты когда в него выйдешь? Да. А тебя еще инк не устраивал. Так, а вот в Джакарте я могу вот здесь акведук? Чего? Нет? Может быть, инк не устроил тем, что у инка уже союз? Ну, до этого, и там еще в самом начале у меня было раз культуры, он говорит, типа, ну ты долго будешь выходить из союза. Брат, ну смотри по карте. Блин. Вообще, прикольно, конечно, что акведук нельзя к Юсемити поставить. Там просто столько воды на самом деле, и... Таяние ледников, то есть там столько воды бы шло, ну, в реальной жизни. А вот в игре она не считается горой почему-то, акведук не ставится. А, ничего себе тут чудо у инка еще. Какая лють. А так, что там? Чудо? Выбранный кампус дает 2 жилья и 1 довольствие. Все бонусы от довольствия, кроме пищи, увеличиваются на 40% по всей империи. Ну, я здесь тогда сделаю, чтобы мне в столице. Дает одно золото, получается, и одно в этот... культуры? Нет, 2 золота. Каждую клетку. Чисто соседние клетки и все. Библиотеки, универы дают плюс 2 науки, зашибись. Так, тут я собирался вот эту фигню убрать. Давайте на амбар пока. Литье. Блин, как мне тут спуститься куда-нибудь или пройти? Некуда вообще. А, вот тут же можно. Нет? Разве тут нельзя спуститься? Разве тут скалы? По-моему, тут нормальный спуск. Да, абсолютно одинаковые. Получаем бонусы, посылая караванчики. Сейчас, мой лайф, секунду. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте!